души. Когда вытащили Ренат, сразу ассоциация с Оксаной Задорожной. И было бы круто, если бы мы с ней поработали. Сподівання Анжели та Нікіти справдилися. Та вони навіть уявити не могли, наскільки відверту постановку приготувала для них Оксана Задорожна. Там такі сцени присутствують, очень откровенні. Нужно брати момент смущення какой-то. Мало, ти опять в'їжджаєш куди-то в нього, но хочеться все-таки, щоб, блін, вообще неудобно, можна? Как-то, щоб ти вот заскочила вот сюда, вот тут еще какая-то хореографическая штука, все. И, в общем-то, я думаю, постельная сцена можно выполнить. Нельзя смотреть. Да, это... Надо иметь крепкие нервы, чтобы вообще выдержать. Между ними должна быть очень большая энергетика, накал страстей, искра. Только тогда зритель им поверит. Я играю художника, которого бросила жена, но прошло время. И она почувствовала, что она без меня. Я возвращаюсь. Я понимаю, что я потеряла самое-самое ценное в моей жизни. И пытаюсь вернуть это. Колись вона обрала не того чоловіка, а коли схаменулася, було вже запізно. Джаз танцюють Анжела і Нікіта. Мило по всей земле, во все пределы. Свеча горела на столе, свеча горела, как летом роем мошкара летит на пламя. Слетались хлопья со двора, как оконной раме. Лепила на стекле кружки и стрелы. Свеча горела на столе, свеча горела на озаренный потолок. Ложились тени, скрещение рук, скрещение ног, судьбы скрещение. Со стуком на пол, и воск слезами с ночника на платье капал, и все терялось в нежной мгле седой и белой. Свеча горела на столе, свеча. Свеча горела на столе.